В общем-то, сплошная синтетика, в чем я и не сомневалась. Я была почему-то уверена на 100%, а вот нет. Блин, ну что ж такое, мне не везет. Всем привет, с вами Маша, и добро пожаловать на мой канал Every Channel на YouTube. Как вы уже поняли из названия видео, сегодня у нас будет распаковка посылки, точнее даже двух посылок. Эти посылки я уже получила несколько дней назад, но ждала, чтобы их открыть вместе с вами. Итак, поехали. Одна из посылок будет чуть побольше, вторая, соответственно, меньше. И все это заказано с сайта Zalando. Кто живет в Германии, Польше, в Англии и так далее, но не в России, все знакомы с этим сайтом. Значит, здесь у нас несколько вещей. Все отлично сложено. Первая вещь, я ее не буду показывать, это подарок. Я не буду открывать, что там внутри. Далее у нас идет вот такая белая шапочка с розовой надписью от бренда 100. Вот такая вот белая шапочка. Я давно хотела что-то белое, светлое на голову, искала для себя. Тем более сейчас у нас похолодает, и без головного убора не обойтись, будет холодно. Черная шапочка у меня есть, бежевая тоже. Я искала какую-то альтернативу. Я надеюсь, что она будет так же хорошо на мне сидеть, как и на девушке на сайте. Ну, в целом, в принципе, неплохо. Хотела какую-то контрастную вещь, искала тоже второй вариант, розовую шапочку, но они были максимально распроданы, поэтому пришлось заказать только белую. Данный бренд, в принципе, такой, находится в такой средней ценовой категории. Все ссылочки на вещи я оставлю внизу в описании, я надеюсь, я их все найду. Как вы знаете, вещи очень часто распродаются, поэтому не всегда получается все их найти на сайтах и на них оставить ссылки. Далее. Да, это клетчатый комбинезон. На самом деле я думала, что это черно-белый комбинезон. И мне казалось на сайте, что он так же выглядит. Я даже не посмотрела в описании. Скорее всего, там было написано. Я была почему-то уверена на 100%. Оказалось, что он такой черно-розовый, что ли. Ну, может, даже это мне и на руку. У него широкие брюки, как вы видите, они с такими небольшими загибами. И вот таким вот образом выглядит этот комбинезон с двумя такими карманами, нефункциональными, к сожалению. Комбинезон, в принципе, достаточно интересный тем, что у него не пуговицы и не только кнопки, а кнопки и молния, такая розовая вставленная молния. В общем, придает этому комбинезону еще больше какой-то индивидуальности, такой даже изюминки. Данный комбинезон я брала в 38 размере, и по составу это 96 полиэстер, 4 эластан, естественно. Далее переходим к следующей посылке. И это вот такая вот куртка. Я искала какую-то куртку, альтернативу какому-то пуховику или чему-то такому, более-менее короткую, ну, скажем, не совсем короткую, да, примерно доходящей до талии, где-то так чуть ниже, какого-то бежевого или коричневого цвета, возможно, даже, может, розового или бордового, которая будет так более-менее выглядеть, не очень дорогая, и чтобы она подходила, естественно, к какому-то образу с юбкой. Я что-то подобное искала для платья, для юбки, какой-то длины миди, примерно так. Мне понравилась данная курточка, и должна сказать, что выглядит она достаточно неплохо, очень солидненько, от бренда Pieces. Все это застегивается на кнопки. Внутри она выглядит как искусственная замша. Я ее брала в размере M. Мне нравится, как она выглядит. Я надеюсь, что она сядет по моим плечам примерно, ну и хотя бы чуть-чуть ниже. И по рукавам я очень надеюсь, что они мне не будут короткие, потому что у меня частенько бывает такая проблема с какими-то свитерами, особенно с верхней одеждой, что касается особенно курток. Как я уже сказала, куртка это в 38 размере. По составу это покрытие 100% полиэстер. Сзади куртка выполнена тоже из 100% полиэстера. И отделка выполнена из 50 полиэстера, 50 полиуретана. В общем-то, сплошная синтетика, в чем я и не сомневалась. Дальше откроем вторую небольшую посылку. И вот тут как раз та вещь, которую я так ждала. И на нее делала большую ставку, скажем так.
Я надеюсь, она меня не подведет. Нет. Юбка. Вообще, мне казалось, она розовая. Блин, ну что ж такое, мне не везет. Я эту юбку взяла только из-за того, что у нее была оптимальная длина нитей. И юбка на сайте была розового цвета. Сейчас она мне пришла такая бело-черно-красная. Я, если честно, расстроена. Я ее взяла в размере M, но она, по-моему, гигантская просто. Мне кажется, она мне будет велика. Вот когда не знаешь каких-то брендов, конечно, лучше мерить их в магазине. Это бренд Sister Jane. Такой средней ценовой категории. Да, как я уже сказала, в размере M. И я уже вижу, что она мне огромная просто будет. Это даже мне, я бы сказала, не M и не L, а скорее XL даже больше. Но посмотрим, как она сядет. Если какие-то ботильоны или сапоги с каблуками, возможно, она будет намного лучше смотреться с каким-то плоским ходом или с кроссовками, мне кажется, поскольку она такая объемная, не очень. И вторая вещь, тоже достаточно интересная. Это платье. Оно должно быть длины макси. Но, судя по всему, сегодня вечер полный сюрпризов. И все вещи будут, наверное, такие, как я ожидала. Да, судя по длине, оно действительно длины макси. Я его взяла в размере, по-моему, M. Да, я его взяла в размере M от бренда Yas, если вы знакомы с данным брендом. Достаточно тонкая и, скорее всего, это тоже 100% полиэстер. Значит, пуговицы идут по всей длине платья. Есть запасная пуговка. Как я уже сказала, да, это размер M. И по составу это, скорее всего, 100% полиэстер. Да, так и есть, 100% полиэстер. В общем-то, должна сказать, я не особо рада данным посылкам. Я ожидала чего-то большего, но я делала большую ставку на юбку, которую я очень ждала, и, в общем-то, она меня, наверное, скорее всего, разочаровала. Спасибо вам, что вы посмотрели это видео, но я все еще остаюсь позитивной. Пишите в комментариях, как вам эти вещи. Если у вас что-то подобное, и если такой же опыт, как у меня, когда ждешь какую-то вещь, которую заказываешь онлайн, а потом получаешь совершенно другое, и разочарования очень большие. Подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, если вам понравилось данное видео. Огромное спасибо за просмотр. Всех целую и пока-пока.